Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 28 августа 2023 года. Малышам нашей красоточки, мамочки, вы посмотрите, какая она огромная. Это для тех, кто сомневается, что наши хомяки тут весят под 300 грамм и 300 грамм. Делала видео, сколько весят наши хомяки. Это мамуля после выкармливания детишек. Так, это детишки, маленький помет, соответственно, большие крупные детки. Вот эта девочка остается с нами. Прям долматинчик, такая пеструшенька. Я ее назвала Лолита, я в прошлый раз перепутала. Это помет на букву Л. Вот этот красавец, атласный мальчишка, кремик, уезжает завтра в новый дом. И здесь остаются пеструшки-девчушки. И, кстати говоря, ну, все достаточно крупные для своего возраста. Им исполнился месяц. Почему наши хомячки не могут стоить 300 рублей? Ребят, посмотрите, как мы их кормим. Помимо специализированных полноценных кормов и, конечно же, овощей и фруктов, у нас идут и орешки, и сухофрукты, и бананчики, и яблочки сушеные. Ребята получают сбалансированные питание, и, соответственно, они и крепенькие у нас, и здоровенькие, и крупненькие. Отсюда, конечно, и цены на хомячков. Вот этих вот надо еще разбирать, расселять. Здесь компашка на буковку К помет. Пестреньких девчонок я пока себе оставляю, присматривать будем, кто из них кто мне больше понравится. Остальные идут в продажу. Очень красивая здесь сатишка с белыми щечками, спиной к нам сидит. Даже, мне кажется, не сатиновый, а голубой. Может быть, тоже себе оставлю. Так что большой выбор хомячков на сегодняшний день в нашем питомнике. И еще два помета малявочек, которых я показывала от одного и того же папы и от разных мам. Но они еще совсем козявочки. А вот эти ребятки, пожалуйста, кого интересуют, могут приезжать, выбирать, забирать. Но вот этот далматинчик меня просто очаровал. Не могу отказать себе в удовольствии оставить его с нами. Ее с нами. Это наша Лолита. А вот одна из этих пеструшечек будет Кассандра. Имена придумала. Осталось только переселяшки сделать. Мальчиков от девочек отселить. И подрастить ребяток. Мне кажется, Лолита у нас даже тоже атласная, просто на белом окрасе. Да, она атласная, не так очевиден атлас, как вот у братишки. Прощаюсь с вами ненадолго, у меня Персюша голодный сидит, пойду его кормить. Увидимся в новых видео, всем пока-пока!